Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют Tower of Peace. Чё? Да ты охренел. Боюсь, что у нас не получится с ними подружиться, друже. Хотя мы можем. Мы можем начать вот с этого. Так. Теперь просто и спокойно добьем их. Это все. Слабачье. Так. Да, ё-моё. О, фига там у них фейерверков, кстати. Так, ну опять то же самое, чем будем купить. Пока есть возможность, будем юзать. Так вот это заклинание побыстрее чуть-чуть. Ну а тебе просто надаем по... Отлично. А, мне дали монгольский лук. Наверное, он нафиг не нужен, но мне дали монгольский лук. Так, а как мне наверх? Тоже, наверное, как-то можно. Ага. Но не предвидится, ладно. А нет, смотрите-ка, можно, но нужен ключ от монгольского склада. Стоп, а кого-то здесь умудрился убить уже даже. А, видимо, это второй пацанчик был. И игрушечка. А, цитрон! О, вон ключик. Эй, тихо. Пролезай в дырку. Монгольская борода. Не знаю, зачем я это делаю, просто запускаю, потому что мне нравится. Квинкбэнк. А, да тут части одной не хватает. Чичосе. Чичосе. Не чичосекай мне тут. Ладно, давайте их просто добьем. Быстренько и сразу, насколько это возможно. Баттерс. Вступай в бой! И убей их всех. Разорви их своим шаром. Все, отлично. Опять мы справились довольно быстро. В принципе, ничего удивительного как бы в этом нет. Но как нам вернуться? А, хотел сказать, как нам вернуться, как пройти-то бишь. А, вон эта часть. Отлично. Хвост дракона. Поставить. Стрельнуть.
стрельнуть. Мы прошли. Твою мать! Ну, начнем со стандартного. Со стандартного. Ага, но босс неуязвим. Круто. Продолжим с баттерсовского. О, щиты. Как круто. Они мне очень помогут. А теперь будем использовать самое простое, что нам доступно. Раз, два, три и четыре. Кровотечение X5 нам поможет. А теперь у Баттерса нет сил, по идее, чтобы... А, нет, есть, смотрите. Да, почувствую ярость. На! Так, ну, почти уклонился на самом деле. Теперь будем разбивать все, что только не лень. На! Думаю, надо выпить. Нет, не эликсир маны, а эликсир просто. Нет, это маны. Стоп, скорость силы, вот. Давай еще раз. Добей их, мужик. Ты сделаешь это, я верю. Да ты издеваешься. Опять щиты. Черт, он меня поджег, негодяй. Я отомщу ему. Раз. Два. Окей. Они от меня отстали. Надо валить отсюда, походу здесь все рассыпается к чертям. Я, конечно, как обычно неправильно все произношу, но пофиг. На, кровотечение. Так, теперь Баттерс, ты. Давай, сделай что-нибудь крутое, только не делай щиты, чувак, пожалуйста. Отлично. Так, один умер, второй сейчас умрет. Раз, два, ну, даже вот так три. А мне и нет. Так, надо быстрее отсюда убираться. Как я уже говорил. Только чито. Сваливаем! Круто, но она не разрушилась. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Sorry, you can only summon me once per day. Окей, мы можем использовать Монгола. Башня спокойствия. Сити суши. А, кстати. Обана. Какой я умный. Я догадался, что сюда можно пройти. Больше никуда нельзя пройти, по крайней мере, здесь.
Колокольчик, да, видел, но почему-то не могу его заюзать. Не знаю, по какой причине. Кстати, мы не были вот здесь, в этом баре. О, еще одни знакомые персонажи. Well, you're supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller, then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Так, оттуда назад, интересно, можно пройти же? Черт, нельзя. Зато вот там, кстати, игрушка. Да, блин. Опять. Почему я все время мискликаю? Так, ладно. О, oh, yeah. Я сломал автомат. Так, здесь полно крыс. Но... По идее, их можно убить. Не трогая. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что их можно всех так убить. Так, что у него тут? Какая-то фигня. Окей. Здесь еще одна крыса. Ну или, в принципе, стоит сразу со всеми подраться, я не знаю. Давайте постараюсь их просто по-быстрому вынести. Правда, у них по 6к здоровья, но... Я думаю, у меня есть шансы. По крайней мере, некоторые. Так, из врагов появляется, так прекрасно подбивает. Да, просто атака добью. Ну, у меня, по сути, последний левел, это, конечно, круто, но... Но, тем не менее, они все равно сильные. Так. Стоп, молот Баттерса. Давай, Баттерс, отжигай. Все, отлично, молодец, красавец. Так, победа. Здесь есть две вариации, как ее убить, видимо. А нет, одна. Сейчас подождем, пока она туда пойдет. О! Хоть одной из них не пришлось сражаться. Не то чтобы лень, просто хочу пошустрее все это сделать и закончить. All. All right, kid, дротики из бара. Окей. У нас появился новый друг, и мы подобрали дротики. Так. Может, что у Джимба есть интересного? Ну, так, просто ради интереса, мало ли.
Я ж мог здесь чисто в теории что-то пропустить. Оба-на! Шикарная катана. Даже есть арбалет протыкания. Охота на крупную дичь с Джимбо. Офигеть, сколько там квестов дали. Кого-то в школе убить. Кого-то там убить. И у Кенни кого-то убить. Да, Джимбо, короче, хорош на квесты, видимо. Так, давайте в инвентарь зайдем. Наконец-то сменим это ужасное оружие. Но вот это прекрасное оружие. Хотя, ну да, оно больше будет. Так, изменить. Что у меня здесь стояло-то, я все пытаюсь сейчас вспомнить. Так, уменьшает при точном, при идеальном. Игнорирует. Черт. Я даже не знаю. Я не помню, что у меня здесь стояло. Я поставлю самое простое, 250 урона. Игнорирует до 100 брони при атаке. Упс. Промахнулся. Четыреста брони при атаке Игнара. Колпак ведьмы. В принципе, там больше ничего такого нет. К сожалению или к счастью, но я не выдаю секреты конкурса. Ну, то есть не конкурса, а турнира. О, чел медведа свин. Коровий колокольчик учитывал. То есть у чела медведа свина был коровий колокольчик, и мы его. Я ненавижу. То есть я вот буквально миллиметр не дошел до нужного момента, чтобы взять этот гребаный колокольчик. Так, ну там лес, туда нам нафиг не надо. Там я был. Хорошо, как бы я нашел колокольчик, и теперь я смогу наконец-то. Ау, ау, ау. Мантия ведьмы. Так, школа заперта. Да, по-моему, можем зайти в школу сбоку. Насколько я знаю. Isn't it great to finally know how much everything sucks? Make yourself at home. You're safe here. We're gonna go to the graveyard later and dwell on our own mortality if you wanna come.
Да, мы зашли действительно здесь. Так, а что здесь нам надо было сделать? Нет, в идеале все-таки карту посмотреть. Воспользуюсь бутылочкой медицинского спирта, чтобы что? Так. Это ж хорошо. О, еще здесь что-то можно открыть. Так. Так чтобы что нам тут сделать? Так, охота на дичь. Так, используйте потаенный. Нет, приманите нет. Воспользуйтесь бутылочкой, чтобы выманить и убить микробов-мутантов. А-а-а! Все. Да-да-да, я понял. Я вспомнил. Все, я даже вспомнил, где это. Сейчас мы можем теперь это квест выполнить. До этого не могли. Сейчас тоже поймете. А для этого нам нужно в подвал спуститься. Вот. Там, кто забыл, были... Ну, во-первых, вот здесь мы встретили первого зомби. А вот там вот мы встретим чуть поодаль микробов. А нет, стоп, нам наверх не надо. Так. Если мы пойдем не в ту дверь. А нет, в ту. Надо вырасти. Надо вырасти. Oh, Christ, what a pickle. А здесь мы его убьем. 45 тысяч! Да вы охренели. А, черт, я вспомнил, что у меня на мече стояло. Блин, надо было поставить и сейчас. У меня стояло кровотечение, кстати. Заклинание не дало мне абсолютно ничего. Только ману зря потратил. Ауч. Так, ладно. Ну тут как бы увеличенный такой микроб. Чуть-чуть. Ау. Он почти убил Картмана. Жри, мужик. У Картмана как-то маловато здоровья. На. Хотя пытаться ударить таким образом микроба это как-то странно. Ладно, не важно. Так. Черт, он неуязвим к этому. Если нет, нет, хватает еще. Еще на один такой удар. Так, 20 тысяч осталось. Картман какой-то злой.
The Janet, dum dum, goddamn butt plug, greasy pit butt, horse, alcoholic, asshole. Die! God damn it! Ну, хилится, ребят. Хреново. Так, мне нужно... эликсир силы большой на себя. И применить к нему вот это. Отлично. Теперь, Картман, твой ход. Нет, не твой. Призови мне... мне. Кэт. Fail. Так. Побьем же его! That's awesome. Да вообще. Так, я, кстати, никогда не использовал магию урагана. Это все. Даже как неинтересно. Ладно. Первую часть мы выполнили. Там еще несколько квестов на эту тему. Так, нет, стоп. Нам сюда не надо пока. Точнее, не пока, а вообще, в принципе, по-моему, больше сюда, да? Да, нам больше сюда не надо. Так. Залазь. Тема. Все время промахиваюсь. Так, кафетерия. Так, проходим пока нормально. Выходим отсюда. Совсем выходим отсюда. И, в принципе, все. Теперь дальше.